Скажи, а у тебя есть любимый писатель? Конечно, есть. Тургенев. А какая книга Тургенева твоя любимая? «Отцы и дети». Почему? Потому что это произведение на все времена. Уж очень она поучительна. Верно. Одного мудреца спросили, что такое счастье? Он ответил, это состояние, когда я молод душой, когда со мной рядом любовь, когда живы и здоровы мои родители. Хорошо мы живем или плохо живем. Есть одно, что всегда и ласкает, и греет. И, конечно же, это родительский дом. Ничего нет милее, ничего нет роднее. Об этом написано столько книг. Их авторы рассуждают о разных вещах. Но в одном они сходятся всегда. Нет ничего сильнее родительской любви. Мы это знаем и чувствуем сердцем. Слово предоставляется нашим любимым родителям. Знаешь, что у тебя за спиной.
мироздание. Только мне не подвластна лира, но живут в сердце воспоминания. И страницы воображения я листаю, храня молчание. Где есть дом мой и мой ребенок, оживает воспоминания. Рыжий лист на ветру кружится, тихо осень ложится на плечи. Ты несешь свой букет красивый, будет праздник, подарки, речи. За букетом тебя не видно, моя дочка, мой сын веселый. Лишь тревожно мелькают глазки в этот день, день знакомства со школой. А потом будут годы учебы, мы их вместе прошли с тобою. Было весело и интересно, и, конечно же, сложно, не скрою. Помню ваш выпускной в 9-м и слова благодарности ваши. Вот сейчас они на экране, с тех пор стали вы постарше. И теперь мы хотим добавить и сказать вам свое спасибо и свои размышления вставить, чтобы было по-майски красиво. Научили, мое сердце полная чаша. Это чувство мне подарила моя дочка, любимая Саша. И твою я поддержку знаю, и твое восхищение мною. Я в глазах твоих соли читаю, что наполнено сердце любовью. Знаю я, что такое я старалась быть хорошей. Для тебя, Оленька, самой-самой. Люблю тебя, моя девочка. Как же мне тут в себя не поверить, если дочка моя прекрасна. Ты вселила мне это чувство, это мне и другим стало ясно. Ты мне жизнь подарила другую, в ней есть смысл. И главное это моя дочка, ее достижения, ее мысли, мечтания, секреты. Как тепло мне, ведь вы есть на свете. Как тепло мне от ваших улыбок. И теперь, когда вы повзрослели, мои дети, скажу вам спасибо. Мотивируют, дети не хуже. Все мы делаем в жизни для вас. Мы становимся старше, но лучше ради ваших сияющих глаз. Это вы нас учили учиться, и параграфы мы изучали, чтоб пятерки смогли вы добиться. Видеть цель и не видеть препятствий, вы нас тоже учили отлично, только делали это спокойно. Я сказала бы, дипломатично. С вами, дети, всегда интересно, с вами весело и бесшабашно. Чувство юмора наше развили, я считаю, но просто прекрасно. А иначе как можно принять бесконечные шалости эти? Да, родителей можно понять, воспитали вы нас, наши дети. Что не верите, придется предоставить доказательства. Выступает коллектив родителей, воспитанием которых занимались их дети. И рассказывали страшные истории о том,
как проходит ЕГЭ. В воспитательных целях, конечно. Итак, ЕГЭ глазами детей. Пахнет детской коровушкой. Ну что ж, начнем. Допущено! Экзамены и найти свой жизненный путь. А вам, дорогие учителя, огромное спасибо за наших детей. Вот и время пришло. Желаем обрести скорее счастье.